Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Motorola Moto G31 включить режим «Не беспокоить». Для начала переходим в панель быстрого доступа и находим здесь кнопочку «Не беспокоить». Тыкаем по ней раз и можем переключать данный режим. Удержав на ней палец, можем открыть некоторые его настройки. Например, можем его здесь также переключать. Можем добавлять исключения для данного режима. Это могут быть пользователи. Все разговоры, важные разговоры или никакие разговоры. Это могут быть звонки от помеченных контактов, от всех контактов, вообще от всех пользователей или же ни от кого. Также имеется функция «Повторный вызов». Если абонент звонит повторно в течение 15 минут, этот вызов тоже будет добавлен в исключение. То же самое относится к сообщениям. Также в исключение можем добавлять приложения, можем добавлять будильники, звуки мультимедиа, звуки нажатий, напоминания, мероприятия календаря. Можем создать расписание для режима «Не беспокоить». Можем изменить его название, можем выбрать дни, по которым оно будет повторяться. Время начала, время окончания расписания. Также в дополнительных у нас есть срок действия режима «Не беспокоить» по умолчанию. То есть, как долго он будет у нас включен после того, как мы его включили. И также можем ограничивать уведомления. Можем отключить только звук уведомлений, можем отключить все полностью уведомления. И также имеются специальные настройки этого отключения уведомлений. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!